субботу в Самарской области будет пасмурно, с прояснениями, осадки не прогнозируются. Температура воздуха днем -4, -6 градусов, ночью 7-10 ниже 0. Ветер преимущественно юго-восточного направления 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, днем -5 градусов, ночью -8. Юго-восточный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем -4, ночью 7 градусов ниже 0, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Самаре ясная погода, в дневное время -5 градусов, ночью 10 ниже 0. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 69%, геомагнитное поле возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.